Доброе утро, друзья. Иду, а у меня два флажка горит. Один, и он второй. Вот, ребят, уже третий день, по-моему, здесь все время загары. Вчера в коряжник завело, не поймал, пришлось оборвать. Вот пляж. И я вот смотрю, хорошее место, что осенью мы ловили, летом здесь щучек. Сейчас посмотрим. Отличное место, вот третий день уже поклевывает здесь. У нас здесь один флажок, и вот второй. Посмотрим. Так, ну не все размотало. Нету. Жвец-то хоть здесь есть? Живца нет, ребят. Живца нету. Все. Пойдем сейчас за живцом. Мы еще одну живицу посмотрим. Так, а нам надо. Нам надо одну рыбку к Новому году, ребят, поймать. А вон еще загар. Это. О, ребят. Онлайн они там ловят. О, здесь все размотало. Сейчас посмотрим, ребят. Здесь. О! Блинский, опять в коряжник. Нет. Пошла. Ну, по-моему, ничего нету. Нет, что-то не пойму. Что-то сидит вроде как. Ребят, сидит что-то. Точно. Так. Что-то. Ага. Сидит точно. О, хорошенькая, ребят. О, не хорошенькая, маленькая. Малюська. Ну ладно. Хорошо, я щипцы взял. И разжим. Ну уже хорошо. Учет поймал. Радость сколько, рыбка. Так, ну сейчас пойду посмотрю. Здесь хорошее место. Вот я говорю, третий день клюет. Сейчас посмотрю остальные жерлицы. Я уже счастлив, ребят. Вот так.